когда ты играешь, начало очень хорошее. Очень хорошее. Только должна дотянуться вот, вот чтобы это с форсанта немножечко педалька. Немножко суховато. Вот сыграй ты так вот. Последнее сделаем. Можешь сыграть, прям сама. Свой аккорд. Да. Вот он должен быть такой. Вот прям взять вот. Вот. Короткий, но педальный. Вот, сейчас левая хорошая. Понимаешь, потому что одной правой здесь не хватает. Вот это все было. Да, да. Хорошо. И дальше пьяно. Нет, только никакой лень. Очень ритмично, потому что здесь трудно, я понимаю, да? Но вот в этом пьяно есть вот это слово марката, потому что, ну, я там тебе не мешаю, да? Но это тихо должно быть, но очень точно, ритмически, чтобы не было никакого расслабления, понимаешь? 3, 4. Thank you.
смотри, задержала, как бы, перенесла руку, а не подержала рукой. Там не все можно ногой. Потому что если ты будешь все держать ногой, не будет получаться лево. А если ты будешь убирать верхний звук, то будет получаться то, о чем я говорю. Занудная нота ми. Понимаешь, что она все время попадает на разную тональность. На разные аккорды, на этот. Дальше пойдет следующая история. Да? Вот так вот эти следующие. Три, четыре. Да, давай, давай, давай. Левая. Тональности и самой мелодии. По качеству 16-х что изменилось? Вопрос понятно. Ничего, визуально ничего не изменилось. А что появилось в оркестре? Ты же понимаешь, когда играете сочинение, которое потом играется с оркестром, нельзя не учитывать то, что будет потом на сцене. То, что мы тут концертмейстеры, педагоги и так далее подыгрываем, это одно. Потом ты выходишь на оркестр и понимаешь, что ты вообще никто, звать тебя никак, и все тебе уже не нравится. Бывает такое состояние, потому что надо выучить сразу, понимаешь, что вот ты свою, ты должна вписаться вот куда, вот сыграй медленно, прямо от начала. Нет, еще раз. Сделай, пожалуйста. Нет, это плохо. Не надо, вот здесь не надо.
начало он играл просто. Абсолютно, да, тема. Потом сольное движение. Потом появляется вот это недоговорено. А потом появляется цикад оркестровый и на фоне длинная, красивейшая скрипичная тема. И все это в таком в полутоне, да? Они же не орут там. А твое соло.
Прямо в эту вариацию. Раз. Это было, да? Тише начинай. А все равно оркестр себя заглушит. А вот следующее твое. Раз. Твой должен быть. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Раз. Два. Я тебе про другие ноты, а ты мне про бас. Нет удара, надо.
такой дьявольский смешок. Давай сыграем. Должна знаешь, вот,
как человек, который вот прикоснулся к чему-то и оторваться не может, и должен еще все выдрать при этом. Сама должна сидеть вот в одной конкретной точке и двигаться вместе с фактурой. 3, 4. Thank you.
Иначе люди.
ты сидишь, чего-то мне там говорит, как поезд, знаешь, стук-стук-стук-стук. Ты про что? Это трагический минуэт, это на платье уже голова. Понимаешь? Это минуэт уже абсолютно в трагическом своем состоянии. Под старину немножечко, под корыль. Нет, у тебя ответа нет. Нет вопроса. Поэтому нет ответа. И раз, ты, я тебе даю. И раз. Я же не голос еще не слышу. Первой сонаты, второй сонаты, первый, и как он их потом меняет, что происходит с ним? Он все укорачивает, потому что он там работает пианистом, не композитором. И то, что он пишет, это самое уже, понимаешь, вот выжимка того, что он чувствует. Если так можно примитивно сказать, понимаешь, это концентрат. Поэтому каждая нота — это концентрат до боли, понимаешь, вот суставов, понимаешь, а ты так, про что я вообще не поняла, как это, прыжки какие-то по поляне, понимаешь, это страшно. А кларнет хоть и хороший, то все равно он в артистре. Твою пошла.
А, ну ты же досчитывай. 4/16 в четверти. Первый класс. Thank you.
Сначала туда, а потом пускать в аудиторию. Это было очень смешно, но, вот, к сожалению, такие вещи. Но посмотреть всегда приятно. Оно же разное. Понимаешь, у тебя нет никаких бликов, ни солнечных, ни пасмурного неба, ничего не происходит. Но здесь какая-то волнообразность присутствует в самой фразировке. Согласны? Поэтому не надо обрушиться, и потом вот ты играешь. У тебя все время плюх на эту ноту. Они разные, они же могут по-разному продолжаться. Понимаешь, а ты всегда одинаково продолжаешь. Откуда-нибудь сыграй, вот подход, подход. Давай. Thank you.
масло, хорошо? Вот не меньше жира, да, хотя бы вот какой-нибудь маргарин. Больше мелодий и меньше вот всех-всех подробностей. Они должны быть, но они не должны быть на первом плане. Давай, прозрачно. В принципе, правильно, но шумновато. Дальше, когда ты вступишь, и ты понимаешь, что происходит. Вот это первое, оно очень важное. Можешь прямо сыграть дальше. Вот первое сыграешь вот отсюда. Когда начинают. Что вот та четверть, которая на вторую восьмую попадет, ее все выделяют. Это понятно. А первая у всех еще изгорит. Дирижерам она нужна. Thank you.
должен возникнуть. Вот и у тебя нет, ты должна запомнить, здесь один есть только секрет этого. Там вся мысль идет от басов, от затакта к себе. Не надо их назвать сюда. Как и в минуэте, все лирические его вариации, они всегда будут, потому что все, что дальше, в следующей странице с оркестром, будет то же самое. Смотри, у них будет затакт. И дальше вот эти все вещи начинаться будут позже. Не смейте. А вверх быстрее, ну позже, после аккорда. Потому что тогда будет концерт Чайковского. А вот без Чайковского. Поняла? Ну все станет.